Молодежный парламент Одинцовского района работает не так давно. Ребята начали свою деятельность 7 месяцев назад, но, несмотря на это, успешно реализуют свои планы, принимают активное участие в жизни города и района. В актовом зале районной администрации собрались самые активные представители молодежного парламента, общественной палаты администрации и совета депутатов. Открыла заседание представитель молодежного парламента Алла Ивоева, которая представила презентацию об уже проделанной работе и рассказала о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться за это время. Наша деятельность началась 30 ноября 2014 года, то есть функционируем мы уже 7 месяцев, и мы столкнулись с некоторыми трудностями, которые, я надеюсь, в рамках данного круглого стола вместе нам получится разрешить. За 7 месяцев молодежный парламент провел акцию по донорству, воплотил пилотный проект «Одинцовский дозор». Молодежь успешно реализовала ряд интересных проектов. Молодежное движение «Мы волонтеры», акцию борьбы против курения «Шоколадка за сигареты», знакомство с работой Совета депутатов. В 7-й гимназии был организован круглый стол «Легко ли быть молодым?», а на пушкинском празднике в Захарово исполнили классический вальс эпохи 18 века. Не говоря уже о том, что представители молодежного парламента приняли участие почти во всех районных мероприятиях. Действительно, государственный советник Российской Федерации Любовь Адамская вручила председателю молодежного парламента долгожданный сертификат за участие в 4-й Всероссийской научно-практической конференции «Экономические и финансовые основы местного самоуправления». Настоящий сертификат удостоверяет, что Ивоева Алла Владимировна приняла участие в 4-й Всероссийской научно-практической, подчеркиваю, практической, девочка хочет практику изучать, практической конференции под названием «Экономические и финансовые основы местного самоуправления». Работу молодежи высоко оценила депутат Совета депутатов Одинцовского района Нина Гинтова и выразила чувство гордости за то, что в Одинцовском районе есть такое движение. Возможно, я вот подумаю, переговорю с председателем нашего Совета депутатов. Возможно, может быть, и мы выйдем с инициативой, чтобы ваш представитель или председатель молодежного парламента присутствовал на наших заседаниях, да? Вот, чтобы вы тоже каким-то образом учились, да, как мы работаем. Вполне возможно, что мы же тоже не вечные, кто-то будет сменять нас уже на этом пути, и мы искренне в это верим. Ребята проявляют активную позицию, они молоды и перспективны, у них много идей и планов на будущее. Как отметили гости круглого стола, каждый из них имеет отличную возможность проявить и зарекомендовать себя, достичь больших высот. Для этого им не нужна помощь, а только лишь содействие и поддержка, которую на постоянной основе готовы оказывать органы исполнительной и законодательной ветвей власти. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».